Канобу.ру представляет. Привет! Это Вячеслав и апдейт за 30 октября. Даже если вы не будете праздновать Хэллоуин 31 октября, то наверняка его ждете из-за распродажи в Steam. За скидки в 50 и даже 70% уже можно купить Fallout New Vegas, Limbo, наконец-то Rage, Bioshock, Darkness 2 и многое другое. Есть даже большой выбор совсем копеечных игр по 25 и 50 рублей. Так что вполне себе праздник. Но Джону Ромеро сейчас не до веселья. Вы знаете, чем занимался создатель легендарного Дума в последние годы? Делал Ghost Recon Commander для Фейсбука, а теперь игру еще и закрыли. Из-за этого студии пришлось уволить сразу нескольких человек. Неудачная для Ромеро ситуация усугубляется еще и тем, что буквально за день до этого он женился на Бренди Брейсуэйт. Поговаривают, они устроили горилла-свадьбу. Давайте пожелаем Ромеро удачи, а то уже как-то не смешно. Гай Ричи, режиссер Шерлока Холмса и бывший муж Мадонны, снял восхитительный трейлер Black Ops 2. Там даже затесался Роберт Дауни-младший. Пока на восточном побережье бушует ураган Сэнди, компания Ubisoft отменяет в этих регионах полуночный старт продаж Assassin's Creed 3. Безопасность сотрудников превыше всего. На Амазоне появилось премиальное издание Skyrim, куда войдут роман, футболка, карта мира, открытки и бонусный диск с контентом. Все это стоит 60 евро. Игре, если что, почти год. На Канобу много интересного. Сразу три рецензии на Football Manager 2013, Medal of Honor Warfighter и, как и обещали, Assassin's Creed 3. Репортаж про Devil May Cry прямиком из Лондона. Автор познакомился с полной версией игры и рассказывает всю правду. Сегодня новый выпуск «Адовой кухни». В гостях Сергей Лянге и Дмитрий Бурковский. И завтра новая серия «Надо брать». Что же купили Зуев, Белкин и Сальников? Не пропустите. И в четверг в 19:00 по московскому времени мы проведем прямой эфир по Assassin's Creed 3. Мы будем играть в мультиплеер, так что вы сможете к нам присоединиться. На этом у меня все. Пока!